Друзья, еще раз делаю зарисовку с доброй земли, великолепного места для фестивалей, детских лагерей, сборов, мастер-классов. Я вам показывал большой дом, теперь небольшую забрался на поляну, на горку точнее. Конечно, хоккейная коробка в деревне, которая летом превращается в футбольную, это сила. Небольшой дом, красивые места, нажористые комарики. В общем, все, что нужно есть. 2-3 июля здесь будет большой фестиваль. И музыкальный, и тематический, кому интересно, экопоселение и устойчивое развитие сельских территорий.